попробуем. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Вот. Вот смотрите, мы сейчас хотим как раз посотрудничать в сфере строительства, да, по объекту. Хотим сделать кровлю напыляемой теплоизоляции. Вот хочу у вас поинтересоваться, каким образом вы узнали о нашем материале и почему он именно вас заинтересовал. Ну, именно о вашем материале я узнал, и мы узнали от заказчика, Беляева Игоря Анатольевича. Ну, а так, в принципе, как правильно называется, пенополиуретан? Да, пенополиуретан. Вот, о пенополиуретане, конечно же, слышали. Ага. Много раз слышали. Значит, в принципе, давно интересно... Сама технология, наверное. Технологии, поработать интересно с материалом. Мы, строители брусловых домов, как строители брусловых домов, не очень часто с ним как бы сталкиваемся и работаем. И не особо было куда применять. Ну, как вроде как у нас дома теплые, брусовые, дополнительно ну и не дешевые, что самое. Соответственно, дополнительное утепление снаружи, ну это еще удорожание и так далее, не предусмотрено. Но у нас мы купили новое оборудование, сейчас разрабатываем другого плана дома, в частности каркасный. Вот, где одно из. Значит, ну, вкратце так, это несущий каркас, видимый внутри будет, а наружная часть будет состоять из каких-то ограждающих конструкций. Вот первое, что пришло на ум, это СИП-панели. СИП-панели мы уже просчитали, там, соответственно, сейчас вот на выставке будем представлять. Но опять же, ограждающую конструкцию можно сделать какую угодно, не обязательно СИП-панели, это может быть там зависит от заказчика, какую он там дальнейшую отделку выберет. То есть можно сделать там полость, соответственно, в которую можно залить, допустим, ваш же материал. Это очень сейчас нам актуально и интересно, и хотелось бы в этом плане посчитаться. Попробовать, поработать. Какие-то проектики там, ну, начать уже вот движение это. Ну да, 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 согласен полностью. Вот, поэтому будем ждать связи вот с вашими менеджерами и сами свяжемся вот с Александром, я позвоню. Вот, и будем сотрудничать. Да, продолжать сотрудничать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.